родители актеры. У меня растут два сына без отца. Одному 12, второму 10. Оба учатся в школе. Я стараюсь им дать достойное образование. Муж умер давно по болезни. Он работал в строительной компании. Тогда я и подумать не могла, что окажусь в такой тяжелой ситуации. Сейчас я берусь за любую подработку, лишь бы прокормить своих детей. А от государства мои дети получают 2900 сомов пособия. Депутат полом говорит... Сырдан берем билет. За комнату трудно назвать ее квартирой, которую снимает вдова в новостройке Арчабишик ежемесячно. Одинокая мать платит по 4000 сомов. Продукты питания, школьные принадлежности, вещи первой необходимости семье покупают благотворительные фонды ИСАР и Джаркынджаштаргеличиги, на учете у которой стоят дети Айнуры. В качестве поддержки ежемесячно фонд выплачивает им по 40 долларов каждому. Сегодня представители благотворительной организации вновь посетили семью, чтобы узнать, готовы ли они к зиме. Разумеется, не с пустыми руками. Семья Беликовых не единственная, кому помогает фонд. В этом же доме проживает еще одно семейство, изъявившее желание встать на учет в ИСАР. В маленьком гнездышке проживает 7 человек. Папа сильно болен. Врачи обнаружили у него рак. На момент нашего приезда родители оказались в больнице. Дети были рады встрече с гостями. Спасибо фонду за оказанную помощь. Мы рады очень. Папа в больнице, мама с ним. Я ухаживаю за больным братом. Спасибо за продукты. Нам это необходимо. Жизнь 45-летней жительницы села Сюймункула Чокморова Гульзат Тенисбаевой тоже не из легких. Она одна воспитывает 5 детей. Потеряла мужа 2 года назад по причине болезни. Благо ее чада состоят на учете у фонда Джаркынджаштаргеличиги, который получает денежную компенсацию. Самый младший ребенок болен ДЦП. Сама мать тоже после недавней операции. Поблагодарив представителей фонда за оказанную помощь, она перешла сразу к разговору. Гости ознакомились с проблемами бытового характера и обещали помочь в решении. Муж умер почти 3 года назад, с детьми осталась одна. Фонд помогает не первый год. Я всегда звоню и прошу о помощи, никогда не отказывают. Мои 2 детей стоят на учете у фонда. Им выплачивается пособие. Спасибо добрым людям. Благотворительные фонды ИСАР и Джаркынджаштаргеличиги имеют 20-летний опыт. За этот период они объездили весь Кыргызстан и помогли реализовать планы многих нуждающихся граждан. Особое внимание фондам уделяется детям-сиротам. В списке свыше 3000 детей, которым оказывается безвозмездная помощь на постоянной основе. Не останавливаясь на достигнутом, организация ищет выходы помочь и малоимущим семьям, которые оказались в тяжелой ситуации. Мы помогаем всем, кто обращается за помощью, желает стать к нам на учет. Люди обращаются со всех уголков страны. Мы навещаем многих и ведем своевременную работу. Всегда на связи с ними. Поднять на ноги детей-сирот – главная задача фонда, не только материально. Мы стараемся вкладывать силы в их образование. Заменить родителей, конечно, невозможно, но воспитать и поддержать маленьких кыргызстанцев мы готовы всегда. Мы воспитываем свыше 3000 детей. Все они каждую субботу получают уроки по религии. Эти дети не должны сломаться на пути. Благотворительность – это то, что делать попросту необходимо. Для этого не требуется ни богатства, ни известности, считают в фонде. Все идет изнутри. И эти люди тому живой пример. Элиза Балбакова, Тынштык Көлбаев, Нью-ТВ.